Сегодня на совещании у президента говорили о рабочих специальностях. Специалистов не хватает, молодежь все реже идет учиться в техникумы и колледжи. А во многих из них профессии дублируются. Обсуждали, как это исправить. Еще из проблем – устаревшая материально-техническая база учебных заведений. Работодатели не всегда довольны уровнем подготовки выпускников. Говорят, обучение часто оторвано от реальности. Проблемы среднего профобразования еще будут обсуждать. Президент поручил собрать всю информацию. И о предновогодних подарках. В этом году больше 3000 детей получат сладкие наборы от президента. Традиционно это подопечные интернатов, детдомов, суворовцы, кадеты, воспитанники школы Макаренко, дети-инвалиды и онкобольные. Подарки начнут развозить по адресам с четверга или будут раздавать на утренниках. Стартуют они 26 декабря. В каждом новогоднем наборе почти килограмм сладостей.